Друзья, всем привет! Сегодня заехали в один торговый центр на юге Москвы, находится возле МКАДа. Здесь продаются новые машины и БУ, и такой древний мотоцикл стоит недалеко от входа. Мы сейчас присматриваем себе машину, хотим прикупить к Новому году. Здесь еще продаются мотоциклы, скутера и мини-яхты. Сейчас вам все покажу. И да, и самое главное, кто еще не подписан на наш второй канал на YouTube, который посвящен текстильному дизайну интерьеру, подписывайтесь, ссылка будет под видео. Всем привет! Сегодня я приехал на рыбалку. Называется озеро Игумное. Это Раменский район. Сейчас покажу, какой тут восход. Вот такое вот классное у нас утро. Сейчас без 5-7. Сейчас уже скоро уже начнут запускать людей для оплаты. Очереди здесь как таковой нету. Приехал сюда, стал спрашивать, что последний, никто не признается. Ну, здесь это нормально, то есть такой постоянный бардак происходит, что здесь, что в лагуне, везде такое. То есть все жалуются уже не первый раз, и не знаю почему, не могут сделать по-порядочному, что по жетонам заходить или по списку кому-то, ну, короче, все через жопу. В общем, приехал сюда, сегодня буду ловить форель, хочу докупить дополнительную удочку. Путевка стоит 3500, плюс удочка еще 500 рублей. Ну вот хочу половить, посмотреть. Восход, конечно, здесь бомбический, такой красный вообще, бомба. Многие уже собираются, готовятся. Озеро здесь, конечно, большое, такое прям не маленькое. Ну, посмотрим, какая здесь форель. Я здесь в первый раз половлю здесь, посмотрю, на что клюет.